Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что в период летних отпусков важно убедиться, что вы оставляете свою квартиру в безопасности на время длительного отсутствия. Необходимо убедиться, что все окна, форточки, балконы и двери надежно закрыты, отключить все электроприборы из розеток, чтобы избежать возможных коротких замыканий или пожаров, а также снизить расход энергии. Также нужно выбросить мусор, чтобы не допустить неприятных запахов и нашествия насекомых, перекрыть воду и газовое оборудование, если оно предусмотрено в вашем доме.